Всем здравствуйте. Здравствуйте, девочки, здравствуйте, цыпочки. Привет, друзья. Кстати, друзьям сегодня особенное привет. Поздравляю всех с 23 февраля. Мужским, да, таким днем. Собственно, желаю вам силы, ума и, собственно, мужественности. И, собственно, дружелюбия к своим половинам. Да, ну и, наверное, самое актуальное сейчас — это мирного неба над землей и над головой. То над землей как-то, знаешь, здоровье. Нет, над землей. В землю, а там уже мирное небо. Ну, видишь, не только же земля заканчивается Россией, там, остальным. Есть напряженные точки, горячие точки, поэтому мира и над землей, и над головой, и здоровье, и благополучие. Мы что сейчас? Знаешь, вот комментарии были о том, что люди говорят: вы живете в магазинах. Ну да, только что, а в смысле? Ну просто мы больше не выбираемся из дома. Там 37 градусов, например, сегодня. Минус 37, из дома, конечно, в магазин. Но помимо этого, вы, видимо, невнимательно влог посмотрели, потому что вот разделен он был на три части, и мы объяснили, что влог длинный. Мы занимались поиском чернослива, его так и не нашли. Ну, естественно, да, там... мы прошлись, проехались по всем магазинам. А как вы представляете? Да как еще поиск? Это в больших городах можно в интернете ввести и что-то найти. А здесь нет, так не работает. Ну даже и здесь мы пользовались интернетом. Мы искали весь интернет, перерыли все интернет-магазины, в том числе и буржуйские. Но нету. Того, что нужно. Это одно. Второе. Пишут: снимают магазины, потому что у них нет контента. Кончился контент. Ребят, контента вот так. Завались. Но у нас что? У нас нет просто времени. Мы сегодня себе сделали выходной, хотя, по идее, нам уже звонят. Мы вчера должны были работать, мы вчера выходной сделали и сегодня. Ну ты да, с учетом этих вещей. Вчера должны были работать, но не стали и решили, что надо отдохнуть, потому что мы тут повкалывались очень плотно. Вот, и теперь мы до четверга отдыхаем, по большому счету, ну, от нашей работы, нашего семейной мануфактуры нашей. Да, мы будем вот так называть, да? А далее мы уже, что, завтра уже у меня работа начинается. Пока что горячих нет, но вот на 3 часа у меня уже встреча на завтра, вот. Ну и, знаешь, есть язвительные комментарии о том, что из-за нашей мануфактуры немножко у нас стали появляться деньги, и мы немного прихренели. Ребят, даже прихренели? Да. А ну-ка, в чем это выражается? Прихреневание наше? Тот, кто работает, скажем так, тот ест. Мы никогда не отличались лоботрясничеством. А, в смысле, мы что-то купили там дорогое? Ну, что мы стали себе позволять теперь покупать чуть больше. Ну, это, знаешь, так вот язвительно. В форме было: да, ребят, у нас появился холодильник. Да, у нас не только холодильник появился, но мы не хвастаемся, мы вам показываем нашу жизнь. А если вам что-то не нравится, просто закрыли канал, закрыли видео и топ-топ-топ-топ отсюда. Но я предлагаю эту тему, можно немножечко обсудить, коснуться. Если вам что-то не нравится, мы, может быть, сегодня в эфир выйдем, как ты думаешь? Посмотрим, может быть. Если мы в гостях не задержимся, мы сейчас едем в гости поздравлять родственников, друзей. Потом в магазин. Потом снова в магазины, да. И... если у нас получается, мы понимаем, мы выйдем сегодня в эфир. Если в эфир, то это, как обычно, часов где-то 7-8 по нашему времени. И получается 5-6 по Москве. В общем, ловите, заходите на канал. Мы вам желаем хорошего настроения все-таки, приятных просмотров на нашем канале, хороших эмоций. И если вам что-то не нравится, ну просто проходите мимо. Да. Мы не задерживаем. А мы поехали в гости веселиться, радоваться и отдыхать. Мы заслужили. Так что, друзья, вот погуляли с вами по магазину, посмотрели, приценились, где-то облизнулись и пошли дальше. Это Эльдорадо вот в центре. Мы даже не знали, что они сюда, ну, здесь открылись. Может, переехали даже. Кстати, тут есть магнит, можно у него еще зарулить, посмотреть, раз мы уж тут. Телефонки. Не знаю. По мне, если телефон, то только Android. Не, можно второй как iPhone? Но только Android. Идем в магнит, вот сейчас вот сюда. Сходим. Слушайте, тут раньше был такой страшный магнит. Сейчас я смотрю, более-менее он неплох. Так, вот. А здесь 113 мой криль. Ладно, мы ищем чернослив. Нам нужно его найти. Ну да, тут как-то поаккуратнее, я вам скажу. Может быть, тут? Тут только соки.
Раньше здесь был Югра-торг. Большой-большой магазин с большими-большими ценами. Ну и ассортимент, да, был тоже хороший. Так, специи. Чеснок. Базилик. Гвоздика. Здесь фарш. Соль, мука. Хлеб. Давайте посмотрим, почем хлеб здесь. Вот наши товары Югры. 45, 24. Так. 33, 49, 49. Это порезанный, понятно, потому и дороже. Магниты для телефонов. Так. А они плохо не влияют на телефон? Нет. Ой, у нас такая же была, слышишь? Это пауэрбанк, да. Ладно, мы двигаемся дальше. На выход. Вот здесь всегда проблема со снегом и с очисткой. Нагребают вот такие вот кучи на парковке, и людям негде ставить машину. А здесь вообще с парковками беда. Встречает. Да? Угу. Погладьте меня, полюбите. А я последний раз так волосы зализывала. Когда мы выступали с хореографами. Ну вот так вот я выгляжу без шапки. А вы спрашиваете, почему я не ношу шапку? Вот поэтому не ношу. Кошмар, потому что. Давайте лучше покажу, что купила. Что купили. Покупки были сделаны в разных магазинах, поэтому не на все есть чеки. Как вы знаете, в фикс-прайсе мы оставили 786 рублей, и я хотела посмотреть, сколько же стоил чеснок. Чеснок стоил 60 грамм 55 рублей. Так что у нас по цене расходится с Кристиной. Стоимость чеснока у нее 100 рублей был. Там же купили ватные палочки, салфетки, диски. Вот он, этот чеснок. Он отправится к приправам. Вот здесь можно посмотреть внимательно, да, как он выглядит. Вот такой вот чесночок. Ну, например, когда делаешь перец фаршированный, те же голубцы, борщ, да все что угодно. Добавляем туда чесночок и хорошо. В Виктории мы взяли вот такие сливы отборные в легком сиропе. Посмотрим. 170 рублей стоила такая баночка, тут 580 вес. В фикс-прайсе также была куплена белизна, были куплены вот эти вот салфетки. Большая бобина, точно такие мы покупаем в Ленте, но другой фирмы, именно фирмы Лента. Там они также стоят 55-57 рублей. В Ленте мы взяли сыробогатов копченый, нравится. Взяли вот такие вот оливки и маслины без косточки. Мы с Сашей их любим. Затем аптека там в Ленте тоже, мы взяли омепразол и супрастин. Тут хлоргексидин, который тоже был куплен в фикс-прайсе. Затем мы взяли приправы. Вот Дмитровский, помните, этот бекон. Вот получается чек 175. Потом мы заехали в мир фруктов, сухофруктов. Там взяли чернослив, орех. И здесь мускатный орех. И все это стоило 355. Из приправ у меня получается вот такой запас. Цыпленок табака. Давно не видела эту приправу. Это мы купили в светофоре. Дальше базилик. Ой, купили желатин. Приправа для сала, шпика и копченостей. Универсальная магия. И здесь для курочки тоже с чесноком. И вот самое большое важное приобретение. Мы купили с Игорем халаты. Два халата. Это размер на Игоря. В точно таком халате он сейчас ходит. Мы с Сашей дарили, ой, я не вспомню в каком году, Игорю на Новый год. Но точно, что, по-моему, 4 года назад это точно, а то и 5. Это настоящие махровые халаты, как вот в отелях бывают. Плотные, хэбэшные, натуральные, не подделка какая-то, без синтетики. Очень-очень классные. Как вы думаете, сколько я за эти халаты отдала? Пишите в комментарии, мне интересно, какую цену вы озвучите. А я сейчас покажу пока, как выглядит этот халат.
Вот такие большие халаты. Сейчас посмотрю вот здесь размер. Нет, размер не указан. Здесь указано, вот, 100% хлопок. Плотные, стираются хорошо, после стирки себя тоже ведут хорошо. Так что у нас прибавилось плюс 2 халата. Коротко о том, как проходит вечер у Саши и Кирилла. 72. Жалобы гостей из 27. Нет. Нет. Играют в лото. 8. Да. Вам будет интересно. Стекло горячее просто. Ну и чё? Ну классно, вообще шикарно. И жилочки. Вообще. Да? Можно я поиграю на нервах? Будет, да? Да, убирай. Можно я поиграю на нервах? Дынь-дынь-дынь. На чьи сейчас нервах играла? Не знаю. Вот и узнаем. Ну, красивенько. А что, оно вообще... Это у нас третья рулька, последняя. Если вот кого-то это беспокоит. Да, если вы устали от наших рулек. Ой-ой-ой-ой-ой. Про маринуаз она сколько уже? Трое суток, да? У меня слюнки побежали. Понимаю. Да? Смотри, как классно. Горячие. Мы не приваривали. Я сначала в рукаве сделала лишний жир стек, потом переложила в фольгу. И ам-ням-ням. Мяско просто. Да? Огонь. Ну, мяско очень красивое. Девочки сейчас опять будут говорить: Вика, ты что там творишь? Такую вкусноту нам опять. Девчонки, ну как вот удержаться? Ну вот хочется вам показать. Ну это очень вкусно. Попробуйте, попробуйте, сделайте. Эту рульку мы взяли по скидке. 80 рублей килограмм. Взяли три рульки. Была акция. Причем готовила, вот все-таки посмотрели, первый раз в жизни я ее готовила. Промариновала хорошенько чеснок. Что я еще взяла? Соль, перец. Чуть-чуть, по-моему, кетчуп подала, и все. И промариновалась хорошенько, готова, и очень-очень вкусно. Не вываривала, не проваривала, вполне себе уместно и так. И очень вкусно, как практика показала. Третью доедаем. Ну, а на этой вкусной аппетитной ноте хочется вам пожелать приятного аппетита. Будьте здоровы, будьте сыты. Пока-пока.